Смотрите, елка. Какой запах-то тут? Вообще классно. Это Личуранская кирха. Потом в советское время сделали кинотеатр. А почему елка версия? Я не знаю почему. И в советское время сделали кинотеатр. Это для маленьких людей, которые не могут звездочку повесить. Классно, да? Вот куда я вас хотел. Пойдемте. Нет, за елкой не нужна, она будет сидеть. Ну, маленькая веточка Ну, это фейковый камин. Я вас потом сфоткаю. Вау, это классно.